Блин, ты же говорил, что мы к тебе на новоселье идем, а ведешь меня какими-то чигирями. Да я не знаю, он геолокацию скинул, вот где-то здесь. Может, тут какой дачный кооперативчик там или коттеджный поселок. Тебя парень предприимчивый, мог и земельку выцепить. На. Ага, сюда только кошки приходят умирать. Слышь, ты давай не вопи. Ой. Вон за тем орешником. О, смотри. О, хорошо. Братух, ты чё тут творишь-то, бля? Братан, ну а чё это у вас все вот Wi-Fi, Макдональдс, роутерс ваши? Штаны и зауженные, а здесь природа, здесь хорошо. Ха, сука! Ушла куница. Белку жалко. Топором третий раз в дупло прилетает. А так здесь душевно хорошо прям. Нет. Приставы, считай, не найдут, да? Ладно. Располагайтесь, а я за ужином пойду, бля. Перетянул, сука, ну ладно. Братан, да ты чё, у нас вон жрачки. Два пакета. Фух, бля. Я уж думал, опять сейчас придется весь день за зайцем бегать. А там мяса нет ни хера. Тихо. Фура, сука. Думал, кабан. Ладно, милости просим. Ёбнулся, что совсем. Все, здесь лучше не ходить. А то чё? Ну это я припорошил. А так тут везде насрано. Врача замерзшего пойдете смотреть? Нет. Ну извините, из развлечений все. Нет. Иди, я сейчас. Добыча. Тебя батя за эту шапку ёбнет. Да я вам хотел подстилки для жопы сделать. Ладно. Давай свои консервы. Эй, одичалый, выходи. Служба судебных приставов. По говну вычисли. Живым не возьмете! Где топор? В дупле у белок. Пойду сдаваться. Мужики, я пустой! Ай, бля! Слуг их мочи!